Здравствуйте, я экстрасенс Семен Роганов. Сегодня начался Великий пост, и он продлится до 1 мая. Исходя из этого, нам всем следует вести благочестивый образ жизни. Не ругайтесь, не желайте зла ближнему. Делайте больше добрых поступков. Не употребляйте пищу животного происхождения. Не курите и не употребляйте алкоголь. И у вас все будет хорошо! Не сдавайся в себе, не сомневайся. Верь в свои силы, к мечте приближайся. Не сдавайся в себе, не сомневайся. Верь в свои силы.